Я рабыня. Мне запрещены пожертвования. Я не должна этого делать, пока не буду свободной. Раз уж ты так хочешь исполнить такое святое дело, я готов тебе в этом помочь. Итак, я дарую тебе свободу, Хюрем. Почему ты не пришла? Что это значит? А я не должна к тебе приходить. Хоть и хочется мне, но одно ложе с тобой я не могу делить. Отныне это будет грех. О чем ты говоришь? Какой грех? Ты дал мне свободу, Сулейман. Я уже не рабыня. Только заключив брак, мы можем быть вместе. Повелитель, это свадьба? Только что шейх Улислам ибн Кемаль Эфенди провел над нами с Хюрем обряд никаха. Надеюсь, что брак наш счастливым будет.